Ника. 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 Ника Ленина! Всем привет, с вами я, Ника Ленина. Наконец-то я очень рада вас видеть, вернее, ощущать вас вместе со мной. Надеюсь, что это у нас взаимно. И я хочу сказать, что я наконец-то вернулась к работе над каверами, над видео, так как, если вдруг кто не знал, долгий период времени я оставалась без голоса. Для меня это просто кошмар. В общем, сначала была ангина, потом остаточное явление. В общем, такая все это бяка, даже вспоминать не хочется. Да, сейчас мой голос тоже не такой сильный, как мог бы быть, но, тем не менее, я уже потихонечку втягиваюсь и надеюсь, что со временем мои связки разработаются и будут работать так же в полную силу, как и до всей этой эпопеи с болячками. Надеюсь, вы все также здоровы, не болейте, не надо, ну, его. Даже несмотря на то, что зима надвигается, тем не менее, берегите себя. Ну, а сегодня у нас необычный для меня тоже выпуск, ролик, и это второй обзорный ролик на моем канале. А обозревать я хочу вот этого малыша, которого мне подарили. Ну, собственно говоря, если бы мне не понравилось его качество, то, наверное, я бы его вам и не презентовала, но нет. Знакомьтесь, это Fifine, моделька T669. Он очень компактный, очень крохотный. Если честно, когда мне его прислали, я была удивлена, потому что цена у него совсем небольшая. Все ссылочки я оставлю в описании, вы сможете посмотреть его характеристики и все остальное. Но я взяла эту кроху в руки, посмотрела, что в наборе идет, а в наборе, чтобы вы понимали, идет. Естественно, держатель для микрофона. Есть еще паук, который я не крепила, но он имеется для того, чтобы избежать вот таких вещей. Вот. Затем есть поп-фильтр, собственно, сам микрофончик с регулировкой громкости, что тоже немаловажно. И шнур. Шнур достаточно длинный, его достаточно для того, чтобы использовать в любых условиях. Самое классное в нем то, что вы его можете спокойно подключить к вашему ноутбуку или компьютеру через USB. Вот. И, собственно говоря, все. Если вы такие же лентяйки, как и я, и не хотите заморачиваться с кучей аппаратурой, микшерными пультами и всем остальным, то, блин, ну это крутой вариант на самом деле. И он идеально подойдет для стримов, для озвучивания аниме, не аниме, неважно. Но, тем не менее, качество звука у него довольно-довольно классное. Я думаю, вы слышите, потому что все это, естественно, идет и записывается через эту кроху. Вы знаете, вот действительно в данном случае китайцы очень порадовали, потому что сделано все настолько продумано, и каждая мелочь в этом микрофончике, она крутая. И никогда не скажешь, что он стоит тех денег, которые за него просят. Я, честно, когда увидела, подумала, да ну нет, ну что может быть за такие копейки, потому что реально в форматах студийных микрофонов, ну, сумма просто смешная. Но нет, он меня порадовал, да. Единственное, что я не пробовала в него петь. Но не вижу в этом смысла, так как имею более выгодную, скажем так, аппаратуру для этого. Поэтому петь я в него не пробовала. Попробуйте вы. И обязательно напишите мне в комментариях, как звук и как он справляется с высокими нотами, открытыми нотами и так далее. Мне будет очень интересно почитать. И обязательно лайкну ваш коммент. Поэтому не стесняйтесь. Берите такого малыша, повторюсь. Ссылочку на микрофончик Fifine T669 я оставлю в описании к этому видео. Пройдете, посмотрите, ознакомитесь. Да, в Украину он шел порядка 20 дней. Знаю, что, например, в тот же Питер или Москву, там 10 дней, и это кроха у вас. Да, и вы можете его смело использовать как в начинании, со звучанием, с начитками и так далее, так и в профессиональной работе, потому что я думаю, что в студии, но если нужно куда-то выехать, потому что он очень компактно уложен, мало того, повторюсь, что продумано все для мелочей, начиная от вот таких, да, если там какой-то вот такой дребезжащий звук, то это я его трогаю, да. Ну, ничего страшного. От вот таких застежечек для шнура, для того, чтобы перемотать, до вот таких заглушечек для USB-порта, который втыкается в ваш ноутбук или компьютер. Ну, молодцы, заморочились. Поэтому смело рекомендую. Покупайте, пользуйтесь. Обязательно мне свое мнение об этой штучке напишите. Вот, ну,
А я буду продолжать вас радовать новыми видео, новыми каверами. Их планируется очень много. И спасибо вам. Огромное спасибо за то, что остаетесь со мной, за то, что поддерживаете меня, за то, что входите в мое положение, за то, что понимаете меня. И да, я скоро, так как с донатами у нас почему-то не очень срастается, но тем не менее, я скоро верну заказные каверы. Тема будет открыта в моем паблике в ВК. Наконец-то он теперь верифицирован, его можно легко найти. Тут... Та-дам! Скриншот такой с галочкой. Да, кстати, моя страничка тоже верифицирована, поэтому если не смогли найти паблик, что, ну, вряд ли, конечно, ну, мало ли, то есть моя страничка, через нее проходите на мой паблик. Вот, там будет тема с платными заказами, я все опишу, все расскажу, все будет объяснено, все как всегда. Вот, не забывайте про мой Инстаграм. Да, там тоже много всего интересного. Подписывайтесь на YouTube-канал, конечно же. Будем общаться, будем... Хотелочки тоже, да, будем обязательно делать. Будете голосовать, все как всегда. Вот с Facebook'ом я сегодня никак не подружусь. Как-то не срослось у меня с этим сайтом. Вот, в общем, давайте всегда оставаться вместе. Я надеюсь, что я вас не разочарую в дальнейшем. Повторюсь, берегите себя, берегите близких, давайте жить дружно, меньше нервничать, больше позитива, радости и всем самого-самого отличного настроения. Я вас безумно люблю и очень рада, что я к вам вернулась. До новых встреч!